честно, мы как раз вышли для того, чтобы вас наградить. От чего? От прибыли заведения. Теперь говорим с вами в пределах. Избавите вас от налогов. Ладно, ребят, давайте так, ближе к делу. Вы уходите сюда, сейчас нас снимать будут. Вот, здесь видеосъемка, фотосъемка, все по телевизору потом покажут. Так вот, настало время для разных победителей. Ребят, задевалось на два круга. Но честно, не в вашу сторону я буду смотреть. Пересчитали мы все баллы. У нас получилось, что выиграл у нас молодой человек, который исполнял песню «Я молодой». Дим, мало того, что поздравляю тебя с днем рождения, мы поздравляем тебя еще с тем, что ты, по мнению публики, заслужил этот выигрыш. Да, ты получил первое место, лишь один столик. Тебе вместо всех десяток поставил 10-7-9, а остальные все десятки. Ну что ж, давай порадуемся нашего победителя, сделаем еще одно фото. Смотри в камеру, Дим. Можно я тоже с тобой примажусь к твоей славе? Конечно. Всегда женщины, которые говорят, что...